Друзья, всем привет! На повестке дня продолжаем с вами. Все для нашего удобства, девочки. Приобрела себе вот такую вот. Кстати, пришла она вместе вот с этим органайзером для... Ну, помните, видео есть на канале, кому интересно, посмотрите, для засыпок. И вот приобрела, решила все... Далее видео покажу, как у меня все это... Ну, как и у всех, в принципе, по полочкам, по всяким шкафчикам. Поэтому решила вот такую вот организовать себе пространство, сделать все в одном экземпляре. То есть все мои специи. Ну, в общем, досмотрите, друзья, видео до конца. Все все поймут. Всем приятного просмотра. Вот у нас получается такой прикольный органайзер. Он у нас крутится 360 градусов, то есть все свои специи. У меня они, как, наверное, и у многих, такие полочки. Все это вот видите на полочках, в шкафах. Подарков тоже очень много всяких разных. Все держу в коробках, потому что некуда было это все деть. Вот. Поэтому сейчас с вами будем укомплектовывать. Вот такая вот штуковина. В ней у нас большое количество баночек. То есть все будет у нас в одном месте. Очень давно хотела. Вот. Что по поводу, смотрите, баночки. Баночки наши идут без названия, друзья, чтобы не путаться. Они идут вот просто в набор вот такой вот крутящийся. Очень классная штука, еще раз повторяюсь. И отдельно это уже не в наборе. Почему раньше ждала, еще раз повторяюсь, пришло вместе с органайзером, который у меня под крупы. Вот этот набор у меня пришел. А этикетки шли очень долго. Этикетки идут отдельно. Этикетки, опять же, смотрите уже на свое усмотрение. То есть, когда заказываете, их очень-очень много. То есть, я смотрела, что именно мне надо будет. Ванилинчик, гвоздика, соль, приправы, укропы, перцы, перцы розмарины, перец острый, перец просто, паприка сладкая. Для картофеля, для овощей, для свинины, для плова. То есть приправы, карри, кориандр, лимон, лаванда, куркума, корица. Ну, то есть не буду заострять внимание. Вот эти вот этикеточки, они удобные. Ну все, друзья, свинарник у меня. Ой, в общем, полностью я уделала. Некоторые, сейчас подальше отойду, некоторые еще, ну, не забила до конца, видите, для шашлыка, для свининки, кстати, у меня закончилось. Дома нету ничего, надо будет заполнять обязательно. Вот, перчик черный. Ну, в общем, что хочу сказать. Много тут этикеток. Просмотрела. У меня не все мне надо. Не всем я пользуюсь. Очень много смеси перца, очень много смеси соли, всяких разных тархун, тмин. Ну, то есть, нет. Мне это не надо. Барбарис, базилик, горчица. Для фарша, для мяса, то есть, ну, нет. У меня есть шашлык, свининка, говядина. И тут есть для говядины, кстати, вот она. Мы не пользуемся, и не едим говядину. Аджика вот для курицы. Ну, то есть, все, что мне надо. Куркума, рыба. Ну, в общем, удобная, очень удобная штучка. Лимонная кислота, паприка сладкая. Так что, друзья, хмели-сунели, вот...
Хмели сунели, кстати, классная вещь. Это вообще у меня прям с черным перцем. Черный перец у меня тоже очень-очень большой расход. И учха цунели. Но у меня его на данный момент, на данном этапе нету. Пока пузырек мой, баночка моя пустая. Так что, друзья, навела порядок. Вот, надеюсь быть полезной. Очень удобная штучка. Сейчас буду ей место искать. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.